Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства. Для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной безопасности. Федеральный закон о полиции, статья 1. Это Дзержинского 102, программа о ставропольских стражах порядка. Меня зовут Илья Захаров. Здравствуйте. Вот о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. 26 тысяч бутылок опасной жидкости не дошли до покупателя. На Ставрополье обнаружен склад немаркированной алкогольной продукции. Минус один наркоторговец. В минеральных водах задержан распространитель запрещенных веществ. Более 4 тысяч водителей расстались с пленкой на стеклах авто. В крае завершилась профилактическая операция «Тонировка». Наша программа выходит в эфир по понедельникам. На прошлой неделе мы отмечали День Ставропольской полиции, поэтому вместо Дзержинского 102 в эфире был целый телемарафон, посвященный ставропольским правоохранителям. В нем были специальные репортажи, интервью, поздравления, не было только оперативной сводки. А между тем и в праздники полиция продолжает выполнять свои непосредственные задачи. Светлана Сухорукова о раскрытых и предотвращенных преступлениях на Ставрополье. Светлана, тебе слово. Спасибо, Илья. Вот о чем я расскажу сегодня. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту производства, приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта или продажи немаркированной алкогольной продукции. Предварительным следствием установлено, что местный житель изготовил алкогольную продукцию различных наименований, частично оклеив ее поддельными федеральными специальными марками, после чего перевез алкоголь на склад в Курском районе с целью последующего сбыта. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность подозреваемого пресечена сотрудниками УФСБ России по Ставропольскому краю. В складском помещении обнаружено и изъято около 26 тысяч бутылок спирта, содержащей продукции. Согласно исследованию, общая стоимость изъятого немаркированного алкоголя составила более 6 700 000 рублей. В настоящее время проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемого. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Сотрудниками полиции Минераловодского городского округа установлено, что местный житель приобретал наркотические вещества, после чего, рассасовывая их на разовые дозы, размещал в специальных тайниках с целью сбыта. В ходе обыска в домовладении мужчины обнаружено и изъято 30 пакетиков с порошкообразным веществом, а также предметы и средства для расфасовки. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъято является наркосодержащим веществом общей массой около 90 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Ставрополе в дежурную часть городского отдела полиции обратился представитель одного из магазинов краевого центра, который сообщил о хищении товара. Установлено, что молодой человек, находясь в помещении торгового учреждения, убедил продавца, что оплату за выбранный товар произведет его знакомый, и покинул магазин. Когда второй мужчина попытался расплатиться банковской картой, оставленной молодым человеком, оказалось, что код карты указан неверно. Пояснить, где находится знакомый с товаром, молодой человек не смог, после чего сотрудники магазина обратились в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. На Ставрополье сотрудники госавтоинспекции провели всероссийскую профилактическую операцию «Тонировка», которая проходила как в населенных пунктах, так и на трассах федерального и регионального значения. В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками госавтоинспекции было выявлено более 4,5 тысяч административных правонарушений, связанных со светопропускаемостью стекол автомобилей. Более 4 тысяч водителей устранили пленочное покрытие на месте еще до составления административного материала. 200 автовладельцев получили требования о необходимости прекращения совершения административного правонарушения, так как добровольно устранить нарушение отказались. Госавтоинспекция Ставропольского края обращает особое внимание водителей на недопустимость управления автомобилем с тонировкой на стеклах, так как нарушение требований технического регламента может стать сопутствующим фактором дорожно-транспортного происшествия. 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. В нашей стране практиковать службу собак в полиции начали в 1906 году по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции. А через 3 года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1500 преступлений. Показательные выступления кинологической службы МВД прошли в президентском кадетском училище. Мероприятие было посвящено международному
Всемирному дню борьбы с наркоманией. Служебные собаки не только показали навыки поиска наркотических веществ. Какими еще талантами они покорили кадетов, расскажем в следующем сюжете. Пока идет торжественное построение, звучат официальные речи и вручают благодарности, собаки кинологической службы ждут своего выхода. Выступление четвероногих стражей порядка – главное событие дня. Для них работа на публике не нова. Регулярно они демонстрируют выучку на городских и краевых праздниках, а также в учебных заведениях. Сегодня в президентском кадетском училище. Флора специализируется на поиске наркотиков. Даже очень хорошо упакованная и крайне маленькая доза будет найдена. И таких находок в ее послужном списке немало. Острый нюх – одна из отличительных черт бельгийской овчарки, или, как их еще называют, малинуа. Вообще малинуа очень активные собаки, поэтому их и используют многие страны мира, службы вот оперативные. И в том числе и наша служба тоже, Ставропольского края МВД, начала переходить на этих собак. Потому что собачки достаточно активные, вот, практически не знают усталости, могут работать вообще, то есть очень активно и обследовать большое количество помещений, большое количество, то есть, ну, очень большие площади могут обследовать, так скажем. Во время интервью Флора была особенно активна. Оказалось, причина — тренировка футболистов. Кинологи используют мяч как поощрение собаки за хорошую работу. А тут сразу несколько таких желанных для нее предметов. Почему такая активная? Потому что мячик для нее, неважно какого размера, да, маленький, большой, для нее является поощрением мяч. Маленький такой вот у меня есть мячик. Еще одним элементом шоу стало задержание служебной собакой преступника. В роли злоумышленника тоже кинолог. От острых зубов его спасает специальный костюм из кевларовой ткани. По команде хозяина собака должна отпустить задержанного и помочь в его конвоировании. На встрече с кадетами полицейские не только рассказали, как они борются с наркоманией, но и напомнили детям об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Хотя специалисты уверены, лучше всего ребята понимают язык сверстников. И такой опыт у правоохранителей тоже есть. Например, когда о проблемах наркомании детям рассказывают их товарищи. Мы-то все-таки взрослые, мы говорим по-взрослому. Стараемся им объяснить нашими словами. И они нам объясняют, как лучше это сказать словами, ну, их сверстников. Вот мы их учим тому, что нужно говорить, а они рассказывают своим сверстникам. Этот принцип называется «равный равному». Илья Захаров, Владимир Ходарев, Ставропольское телевидение. В полиции Ставропольского края сегодня 286 служебных собак. Это немецкие и бельгийские овчарки, спаниели и лабрадоры. Есть среди них и свои рекордсмены. Например, в Левокумском районе немецкая овчарка по кличке Босс шла по следу 12 километров и выследила таки похитителей домашнего скота. К служебным собакам мы еще вернемся, а пока давайте полистаем официальные страницы полиции в социальных сетях. Аккаунт МВД Раша в Инстаграм. Его посетители чаще всего за последнюю неделю смотрели видео о тверских автоугонщиках. При помощи специального оборудования преступники вскрывали и заводили дорогие автомобили в Одинцовском районе Московской области. На записи с камеры видеонаблюдения кажется, что человек просто открывает свой автомобиль ключом. Просто получается у него не сразу. Установлена причастность злоумышленников к угону 5 автомобилей на сумму около 3,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража». У Главного управления МВД России по Ставропольскому краю тоже есть своя страница в Инстаграме mvd26.russia. Тут много поздравлений с профессиональным праздником от звезд эстрады и кино. Напомню, 10 июня наши правоохранители отметили годовщину со дня образования Ставропольской полиции. К стражам порядка обратились группа лицей Анастасия Заворотнюк, Наталья Гулькина, Александр Серов и коллектив «Чингисхан». We want to say hello to everybody in Stavropol, and we are very happy to be here with you tonight. And we send you all our love and all our pleasure, and lots of kisses to Stavropol, to Stavropol Polizia. Stavropol Polizia! Напомню, это официальная страница полиции Ставрополья в сети Instagram. Заходите, подписывайтесь, ставьте. Традиционная рубрика «Самооборона» для тех, кто чувствует в себе силы дать отпор злоумышленнику. Впрочем, иногда другого выхода попросту не существует. Смотрите, запоминайте, делайте выводы. Слово нашему эксперту, президенту Северокавказской федерации боевого самбо и рукопашного боя Игорю Рамхину. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы рассмотрим ситуативно-ролевой тренинг, когда противник либо захватывает двумя руками за одежду, либо толкает двумя руками вас в грудь.
Противник наносит толчок двумя руками. Первой рукой сбиваем вниз, второй руку сбиваем вверх. И выводим из равновесия, протаскиванием на себя. Дальше. Плечевым поясом нагружаем его локоть и протаскиваем до падения. Дальше. Удерживая в положении болевого приема рычаг локтя и дожим кисти, делаем ему узел локтя через бедро и высаживаемся ему в районе лопатки, удерживая его в положении загиб руки за спину. В этом положении можно зафиксировать противника надолго, достать сотовый телефон и вызвать полицию. Занимайтесь боевым самбо и не превышайте пределов необходимой обороны. Напомню, телефонные номера полиции 02 с проводного телефона, 102 с мобильного или 112 – это вызов всех экстренных служб. Это была Дзержинского 102, программа о Ставропольской полиции и полицейских. Смотрите нас ровно через неделю в эфире своего ТВ.